мы только проходили мимо, но очень положительно, очень культурно себя ведут, спокойно. И достаточно привлекательная внешность. Россияне, правда, когда выйдут, так они чувствуют, что русские. А иностранцы сами очень хорошие. Очень все такие веселые, все такие настроенные, хоть даже у нас погода испортилась. Но смотрю, с утра до вечера люди гуляют, всем нравится, вроде все довольны. Кроме россиян, все сразу отлично. А что россияне? Ведут себя по-хамски. Что вы имеете на увазе? Ну, что я могу сказать? Ну, по-хамски ведут, ну. Ведут себя, как будто они хозяева города. Вообще. То есть вот остальные с швейцарцами, с канадцами, с американцами общался. Ну, со всеми. Я здесь 1 мая уже здесь. И ночами дежурю, все здесь. Вот. Кроме россиян, все остальные. Пьют много. Дебоширит. Як вони поміж собою ці розніці, скажем, туристи далеко за межі, скажем, те ж саме канадці, скажем, ці російці, вот є поміж ними розніця чи ні? Ні, всі хороші, всі добрі, дуже улыбчиві, все понятно, язик, всі легко переходять на англійський, з німецького на англійський, хорошо розмовляють, улыбаються. Соблюдають чистоту, ви знаєте, стараються, даже вот, ну, приятные люди, вот, даже с ними приятно и контактировать. Добродушные туристы, очень все хорошо, как бы. Все болеют за все команды сразу. Какой такой климат хороший, такой поболеть хорошо, покричать с ними весело, провести время. Все хорошо пока.